Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Сейчас о погоде на последний рабочий день. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 3 до 8 градусов тепла. После полудня воздух прогреется от плюс 12 до плюс 18 градусов. Теплее всего будет в Даугавпилсе. Сильный ветер завтра стихнет на большей территории страны. Только в городах на морском побережье и в Риге порывы достигнут 11 метров в секунду. В других частях страны 2-4 метра в секунду. Осадки ночью пройдут в западных районах. Днем же дождливая погода установится по всей стране. Теперь о погоде в Риге. Латвийская столица уже утром начнутся обильные осадки в виде дождя. Продолжаться они будут почти весь день. Температура воздуха составит плюс 6, плюс 8 ночью, днем 12-14 градусов тепла. Ночью ветер будет слабым, но днем его скорость составит от 4 до 10 метров в секунду. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Далее смотрите программу «Без обид». Хорошего вечера и до свидания.